Приветствую всех. Пожалуйста, напишите, как меня сейчас слышно, как со звуком, погромче сделать, потише. Может быть, звук отличный. Вижу отлично. Я рада приветствовать сегодня всех. Я Наталья Эрдман, являюсь организатором нашей поездки. Друзья, приглашаем всех принять участие и поехать отдыхать вместе с компанией Skyway на Кипре. Вы знаете, это большая поездка, которая организована компанией Skyway и при огромной поддержке компании Skyway. И мы отправляемся на Кипр в город Лимассол с 20 июня по 26 июня 2016 года. Это международная встреча. В этой поездке могут принимать участие все. На сегодняшний день мы сделали такое предложение, чтобы в нем смогли принять участие, по сути, все желающие. То есть достаточно невысокая стоимость те, кто не участвует, допустим, в конкурсе. И все условия, которые на сегодняшний день есть, вы уже услышали в ролике. Также, что обязательно нужно сделать. Я вижу, на площадке сегодня 21 человек участников. Но вы уже владеете вот этой первичной информацией. Это очень классный, скажем, стимул, мотивация для тех, кто хочет поехать или участвовать в конкурсе, выиграть этот конкурс и поехать за счет компании Skyway. Оплачивается проживание и питание, то, что у нас входит в пакет. Значит, что здесь, на какие моменты очень важно обратить внимание? Первое, что необходимо сделать, кто хочет принять участие в конкурсе или без конкурса отправиться с нами в эту поездку. Очень многим, это уже не первая поездка, ездят семьями, скажем так, мне задается очень много вопросов, кто может поехать вместе. Все желающие. И что для этого обязательно нужно сделать? Обязательно регистрация всех участников. Сейчас я регистрацию скину в чат, вы можете ее продублировать, допустим, переслать своим знакомым, друзьям, близким. Это вообще очень классная возможность поехать познакомиться, встретить все вместе, отдохнуть. Также будет тренинг для всех участников Skyway. Допустим, если кто-то едет большой семьей с детьми и так далее, то и дети найдут свое применение, скажем, в нашем отдыхе, в нашей поездке. Сейчас я попробую презентацию перелистать, потому что у меня, скажем, небольшие заминки здесь на площадке. Ага. Итак, друзья, условия конкурса уже озвучены, я не буду повторяться, в ролике также вы видели эти условия. Значит, конкурс проводится до 31 мая. 1 июня все те, кто выиграет конкурс, на ваш email вы получите письмо о том, что вы выиграли конкурс, и за вас, вашу поездку, пребывание на острове Кипр, прошу не путать, Кипр это республика, прошу не путать с Грецией, островом Критом, потому что также пишут письма, потому что люди будут заказывать авиабилеты, допустим, приобретать. И будьте аккуратны, не перепутайте. Да, это обязательно, потому что несколько участников уже написали, скажем, другой остров. Такой тоже может быть. Поэтому, пожалуйста, прошу обратить ваше внимание на этот момент. И вы получите, значит, на mail письмо. Также это будет опубликовано, я думаю, Ирина скажет позже, во всех официальных, скажем, группах, кто выиграл в конкурсе, кто едет за счет компании Skyway. Значит, что очень важно здесь? Так, следующий момент. Что нас ждет? Нас ждет и те, кто участвует в конкурсе, и те, кто будет самостоятельно оплачивать. Отель на самой набережной города Лимассола. Это такой туристический центр, большой город, достаточно очень, со своими красивыми достопримечательностями, большими пляжами и так далее. Немножко презентация поплыла, но ничего. Значит, что включено в стоимость нашего пакета? Отель проживания с 20 по 26 июня, тип питания в завтраках нас ждут завтраки плюс ужины,
Этого достаточно, потому что те, кто, скажем, днем мы будем вести очень активный образ, ездить на экскурсии и так далее. Также задаются вопросы по экскурсиям, что можно будет посетить на острове Кипре. Как правило, уже исходя из опыта, все стоимость экскурсии, все экскурсии оплачиваются отдельные по желанию. Скажем, мы делаем и самые дешевые экскурсии, которые предлагаются сейчас, допустим, на острове Кипре, до самых таких обширных, да, и можно выбрать по желанию, оплачивается все это на месте, но мы будем высылать список самих экскурсий уже для конкретных участников проекта, те, кто либо выиграл конкурс, либо оплачивает самостоятельно на mail. Скажем, со всеми участниками я держу связь постоянно через mail, также через Skype, если есть какие-то очень быстрые, нужно решить серьезные вопросы. Здесь все данные в презентации, также в ролике. И после регистрации вы получите письмо. Это письмо-договор с подробной инструкцией и описанием того, какие шаги необходимо предпринять. Значит, действительно едут лидеры со всего мира, и поэтому мы добираемся все самостоятельно до острова. Также задаются вопросы, сколько стоит авиабилет, откуда можно ехать. Авиасообщение очень развито на остров Кипр. Остров Кипр находится на Средиземном море. Санкт-Петербург, Москва, практически каждый, как автобусы, 3-3,5 часа летают самолеты на остров Кипр. Вы после регистрации получите инфописьмо, где вы сможете по ссылочке пройти, допустим, skyscanner.ru и посмотреть и стоимость билета на эти даты, и выбрать то, что вам подходит. Я рекомендую брать прямые перелеты для людей, у которых нет Шенгена, в европейские страны. Почему? Потому что на остров Кипр, как таковой, визы для граждан Российской Федерации не нужно. Но те, кто проживает в Европе, имеют паспорт Европейского Союза, здесь все понятно, сели, полетели, приехали, то есть границы все открыты, да? Что касается людей из Российской Федерации, имеющий паспорт Российской Федерации. Также, допустим, из Белоруссии, с Украины. Я прошу, допустим, людей из Казахстана, ну, скажем, с бывших советских республик, которые проживают, да, в таких странах, уточнить, связаться с турагентствами буквально по телефону, и вам все скажут, что необходимо вашей стране. Но, как правило, на остров Кипр визы как таковой не делается, потому что мы едем как туристы, но необходимо будет оформить провизу. Что такое провиза? Как ее оформить? Она оформляется через интернет, просто заполняется бланк. Это все есть в инфописьме. И в течение 3 дней вы ее получаете на mail, который распечатаете и берете с собой. Эта виза, провиза, так называемая, она бесплатна для граждан Российской Федерации. Оформляется очень легко. К сожалению, сейчас не могу включить и показать, скажем, свой рабочий стол, но в письме, в котором вы после регистрации получите, вы это все увидите. Сможете пройти по ссылке и посмотреть. Значит, про визу я рекомендую уже сейчас, те, кто выбрали намерение ехать, оформлять уже сейчас, тем более, что много усилий не нужно предпринимать, оплачивать ничего не нужно. Первое – это регистрация. Второе – это покупка авиабилетов. И мы периодически с вами, с теми участниками, кто зарегистрировался, будем встречаться на инфовебинарах, встречах на наших площадках, где будет для участников, скажем, будем обсуждать подробные шаги. Вы будете знакомиться со всеми участниками, встречаться, кто-то, возможно, вместе полетит с одного города, Санкт-Петербург, Москва и так далее. Значит, что еще нас ждет? У нас будет достаточно очень мощный мотивационный тренинг для партнеров, масса приятных сюрпризов, это действительно так. И вы знаете, красивые знакомства, новые знакомства, деловое общение, деловые встречи, отдых. Такая, знаете, как вот я, скажем, называю тусовка скайвеевцев. Поэтому приглашаем отлично отдохнуть, провести хороший отдых в кругу единомышленников и хорошей компании. Ирина, если можно, перелистнуть.
Стоимость пакета пребывания 280 евро. В эту стоимость также, еще раз повторюсь, потому что очень много писем, входит ваше пребывание на острове Кипре в гостинице с дат по 20, с 20 по 26 июня, завтраки и ужина. Плюс наш совместный тренинг мотивационный. Значит, многие спрашивают, нужно ли вносить сейчас предоплату. Но сегодня вот уже 29 апреля, поэтому кому-то удобно вносить. Это было просто сделано для удобства, чтобы бронировали вы свое место, и мы видели количество участников. Что касается гостиницы. Значит, гостиница, наши условия будут выдержаны. Хорошая гостиница на берегу, на набережной Лимассола, буквально сразу море. Вот, теплое море, где мы будем вместе отдыхать. Но так как мы не знаем точное количество участников, на сегодняшний день саму гостиницу мы не можем вам сказать, но когда человек будет оплачен пакет или выиграет по конкурсу, где-то в начале июня вы получите ваучеры, так называемые, на гостиницу на проживание, где будут указаны гостиницы и ее адрес. Что касается, как добраться. Кипр – небольшой остров, мы прилетаем туда в аэропорт Ларнака. В инфописьме стоит обязательно название этого аэропорта, потому что многие покупают билеты, мы все самостоятельно, с разных концов планеты Земля. Вот, это сделано все для нашего совместного удобства, потому что все летим, кто вот, я, например, вылетаю из Эстонии, так как я живу в Эстонии, да, кто-то с Москвы, кто-то с Санкт-Петербурга, кто-то с других стран и так далее. Значит, те, кто оформляет с Российской Федерации, с Белоруссии про визу, так называемую, все, что вам нужно, это будет приобрести авиабилет, допустим, Москва, аэропорт Ларнака. Вы прилетаете в Ларнаку, я потом всю информацию по поводу, как добраться до гостиницы, скажу. На автобусе добраться будет стоить 9, в районе 9 евро в одну сторону, туда-обратно. Естественно, такси дешевле, но наши участники очень часто делают, что они прилетают вместе или там всего час перерыва, скажем, между прилетами, скидываются, берут либо в аренду автомобиль, чтобы поездить по прекрасному острову или по другим красивым местам, или же скидываются на такси и совместно добираются до гостиницы. Здесь все достаточно проще, и эту информацию мы уже позже с вами встретимся и обсудим. Значит, что следующее? Значит, через инфописьмо вы также получите письмо с реквизитами, куда оплачивается, вот стоимость пребывания пакета вашего. И после этого вы занимаетесь, приобретаете авиабилеты, выходите с нами на связь, следите за всей информацией. И уже, что называется, пакуем чемоданы, берем с собой отличное настроение и встречаемся в конце июня. Это достаточно и уже жаркий сезон, когда уже очень-очень тепло на Кипре, когда отличная погода и очень теплое море. Ирин, следующий какой там у нас слайд? Да, в принципе, я всю эту информацию уже сказала. Прошу учесть то, что у нас расселение в двухместных номерах. Если вы хотите заселиться, вот кто-то, допустим, с подругой едет и так далее, вы оформляете регистрацию одну на двоих или там на троих. Да? Если вы хотите заказать себе одноместный номер, тогда это делается мне отдельный запрос, и стоимость, соответственно, меняется, так как в гостиницах одноместные номера, цена всегда намного выше, и особенно предупреждаю сезон. Как происходит расселение? Расселение происходит по обычному принципу. Если вы летите один или одна, мужчина плюс мужчина, женщина с женщиной. Да? Как правило, в регистрации указывается ваша дата рождения для брони в гостинице. И я также приблизительно смотрю по году рождения, чтобы вот где-то, скажем, совпадало. Вот. В принципе, это все. На все вопросы, надеюсь, ответила. Если ваши друзья, ваши партнеры собрались поехать
вот в эту поездку, или вы сейчас, скажем, обдумываете этот момент, то мы также будем встречаться еще в понедельник будет. Я так поняла, Ирина сейчас скажет несколько слов, Волкова, общая рассылка, ссылка входа, где также вот буду, я еще раз всю эту информацию скажу, и, возможно, у кого-то будут вопросы, вы можете писать на mail, который вы видите, вот, выходить со мной на связь и... скажем, я отвечу на все ваши вопросы. Друзья, благодарю вас за внимание. Буду рада всех у вас увидеть и познакомиться с вами. Кого еще не знаю. Вот. И мы отправляемся на остров Кипр всей компанией, командой Skyway. Все. Всем счастливо.